Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Darkwood. Как вы помните, у нас сейчас будет ночка впереди, и мы немножечко к ней подготовимся. Давайте-ка включим генератор, чтобы был свет. Оу. Так, надо заправлять, ребята, в обязательном порядке. А знаете почему? Потому что в прошлый раз, когда я убегал отсюда, с этой локации, я просто-напросто забыл выключить генератор, и он спустил весь бензин. Надо быть впредь внимательнее насчет этого дела. Если я хочу остаться, понятно, ночь наступает, ребята, поэтому давайте по-быренькому сматываться в убежище. Так, шкаф надо задвинуть обязательно. Так, шикарно. Что-то такое впечатление, что мало света у меня как-то, вам не кажется? Так, тут что у нас? Самодельный дробовик, всего на 2 заряда. Угу. Так, так. Это что такое? Я не понял. Эй! Нифига, что-то я... А, ребята, я же забыл! Я же забыл включить печку, блин! Давай, быстрее разжигай ее. Так, печка снова горит. Ага, замечательно. Ну! Вот это жесть, ребята. Как же я так забыл-то про нее? Так, нужны доски мне. Досок, я не помню, есть, нету, давайте глянем. Ага, 2 доски всего? Ну, это никуда не годится. Маловато этого будет. Починить. Давайте починим себе вилы. Ну, что такое, не пойму. Ага, все, замечательно. Значит, у меня есть вилы, есть, так скажем, прутик. Прут. Он будет у меня как бы вторым оружием. Так, вот это все выложим, чтобы нам не мешало. Обойма, так, бензин. А это оставим. Черт, я ничего не вижу. Вот тут закрыта дверь? Нет, не закрыта. Так. Кстати, время-то уже поджимает. Вау, там снаружи уже все в полном разгаре. Давайте-ка я вот сюда спрячусь. Глупо, да? Наверное, мне кажется. Но в любом случае, если зайдет какой-нибудь урод, он пойдет туда наверх, где печка. Облазит стопудово те комнаты, а потом пойдет ко мне сюда обратно. Так, по-моему, уже кто-то идет. Вау, что-то так темно-то вдруг стало. Кто-то шоркается, я чувствую. Главное не расслабляться и быть начеку. Нет, возьму-ка я, наверное, лучше вилы. Мне как-то с ними будет, наверное, спокойней. Время 3 часа. И тишина. Блин, ну ведь кто-то шоркается, слышно же? Ходит кто-то, ребята. По моему убежищу какая-то тварь ходит. Это я вам точно говорю. Черт побери, еще эта атмосферка с туманностью. Оу, вы видели? Гнида прошел через шкаф. 100 пудов, ага, вот он вернулся. Блин, надо его валить, козла этого. На. Ух ты, что-то я больно быстро как-то его завалил. Тряпки, бутылки, в общем, стандартный набор алкоголика. Опа-на, а вот это уже, по-моему, посерьезнее будет. Кто там еще стучится? Блин, у меня такое желание открыть дверь, вот когда стук идет. Вдруг, я сомневаюсь, что монстры стучались бы ко мне в дверь.
Может пойти открыть, а? Ё-моё, тут где-то твари-то. Опасное дело. Ну что же, 7 часов уже, ребята, осталось час и будет рассвет. А это значит, что мы переживем с вами эту ночку. И будем дальше разведывать этот темный, мрачный, жуткий лес. Давай, 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 солнышко, вставай. Отлично. И 16-й день у нас начался, ребята. Репутация увеличилась на 100. И мы прямиком бежим к торговцу. Что, торговец, ты нам предложишь? Ну-ка, покажи. Так, 204 очка репутации. На ткань, естественно, нам не хватает. Так, тут у него есть... Вот что за красное яйцо? Для чего оно? Мне такое ощущение, что его также можно скушать. И оно даст нам эссенцию. Ну, в принципе, это сейчас не к спеху. Так, улучшить мы не можем. Мы можем сделать легкую броню. И все, что ли? Ну, капканы еще. Грозное оружие, топор. Интересно, насколько оно грозное. И взрывоопасная бочка. Слушайте, вот взрывоопасная бочка. Если в нее стрельнуть, она создает большой взрыв. Это для чего? Что-то взорвать можно, получается, так? Я сомневаюсь, что мы будем против какого-то монстра. О, можно улучшить. Шикарно. А может быть, я это зря делаю? Все-таки хотел лопату я себе сделать. Много чего хочется, да мало чего получится, я бы так сказал. Металлолом. Давайте, наверное, скупим у него. Так, стальная трубка. Подтверждаем. Ну-ка, ну-ка, верстачок. Так, улучшить. Блин. Металлолома-то нужно намного больше, чем у меня имеется. Ладно, раз пока не судьба, пойдемте вырубать. Доски тут забыл, ядреного же забрать. Целых 18 штук. Так, так, и еще 6. Давайте, наверное, положим их. Подожди-ка. Гвозди заберем. Я это все барахло хотел перенести к себе в другую карту. Давай, делай дверь, она нам пригодится. Здесь наверняка в дальнейшем мы будем все-таки бегать туда-сюда, обратно. Так, капканчик стоит у нас здесь. Все, нормально, дверь починена. Сожрать мы здесь ничего не можем. И я думаю, что самое время нам отправляться в путь-дорожку. Но, естественно, вначале мы выключим генератор. Где-то здесь недалеко он должен стоять. Ага, вот он. Вот он, наш домик. Наше убежище в глухом лесу. Все тут сикость-накость. Как же тут все это исправлять-то придется долго. На это придется время тратить на... Черт, я забыл, этот шкаф у нас полностью здесь проходит. Скажем так, сквозняком. Да, бесполезно. Мне нужен... Что нужно мне? Так, здесь у меня закрыто. Закрыто. Мне нужен верстак. И выложить туда все свои штуки-дрюки. Естественно, печку тоже мы разожгем. Чтобы, если нас дубанут, мы начинали не с самого начала и... Хрен знает откуда. Все, давайте выкладывать. Так, у нас тут что есть-то? Да у нас тут дофига что есть. Так, металлолом выложим. Так, светящийся камень. Надо было его продать. Так, обойму укладываем. Аккумулятор, подожди-ка. Инструменты. Так, мясо мы оставим. И, наверное, сейчас мы с вами ломанемся, знаете куда? К Петрику.
А почему, вы скажете, к Петрику? А потому что я думаю, что аккумулятор, зеркало, звонок нужно именно ему. Нужны кусачки мне для улучшения верстака. Так, ладно, этим мы, наверное, займемся с вами позже. Тут расстановками все этой трихомудии. Времени и так у нас мало, почти 12 часов. Надо бежать к Петрику. Так, псины, успокойтесь. Что тут за ящик? Ага, с помощью отмычки, но отмычек у меня сейчас нет в данный момент. Так что как-нибудь на обратном пути, если не забуду. Тут у нас пусто, это хорошо. Ага, вот, по-моему, дом Петрика. Тихо, капкан надо забрать. Металлолом никогда не помешает нам. Ну что же, Петрик, встречай нас. Так, там дохлая псина. Ну, наверху, по-моему, мы все с вами облазили. Вот здесь вот дверь. Я надеюсь, он жив и здоров. Петрик-то этот. Ага, сидит. Ну что ж, давай поболтаем. Показываем ему предметы. Гибридный ракетный двигатель. Мне нужна одна единственная деталь. Улучшенная система отображения информации. Да, ну наконец-то, теперь у меня все есть. Иди уже. Ну уходи, ну пожалуйста. Мне нужно установить детали в мою прекрасненькую ракету. А потом йоху и буду летать. И тебе помашу. Оттуда, где не ступала нога еще ни одного человека. Так что, он собрал, что ли, получается, свою ракету-то? У меня тоже такая есть, такая красивая. Понятно. Ага, это он трактор разобрал, это мы все читали с вами. Хм, и... Ну что ты хочешь мне этим сказать, Петрик? Что я должен тебя покинуть, а ты улетишь... На своей ракете? Или что делать-то надо? Так, две ткани. Наверное, надо проволоку взять для отмычек. Ну, и, наверное, вот так. Не, не хватит. Слишком дорого стоит, блин. Изоленту можешь взять. Так, 208, да? Черт, тут уже перебор у нас идет. Какой-то. Почему гнилой гриб не хочет брать, а? Петрик, съел бы грибков-то. Глядишь, и полегчало. Может быть, и отпустило бы. Ну да, придется возвращать тут половину. Все. Все тютелька в тютельку, как говорится. И уходим отсюда. Ну, по крайней мере, мы с вами сделали ракету ему. Пускай он теперь летает. Так, лампа. Нужно горючее и бутылка. Угу. Ну, выкладывать здесь я точно ничего не буду, потому что... К нему, скорее всего, я больше уже не вернусь. Ух ты, как-то я так упустил-то в прошлый раз. Ну так правильно, эти тряпки лежат на полу незаметно, неприметно, и поэтому пробежал, видимо. Ладно, возвращаемся. Времени еще у нас много, так как всего лишь час. Мы сможем даже, наверное, здесь побродить. Единственное, хотелось бы мне узнать, с Петриком мы покончили или нет. Ракету мы ему собрали. Но он все равно отмечен. Может быть, он остается здесь как торгаш? Так, кролик, не убежишь, гаден. Оу, щет. Ты, собака, далеко не кролик. Так, угомонись, гнида. Да ну нафиг, еще грибы. Оу, зараза. Черт подери, ребята, очень хреново. Мало очень ХП.
Блин, у меня что, и аптечки нет никакой, а? Ага, давайте-ка быренько сделаем. Еще возьмем. Вот так вот. И срочно, срочно обматываемся. Так, давай-ка, перебинтовывайся, раны. А вот и наш дом, наше убежище. И, как я погляжу, генератор-то у нас, оказывается, пустой. А горючий есть? И горючки нету, ну замечательно просто, а. Так, а этот ящик мы... Ага, здесь нужен ключ. Где же все эти ключи находить-то? Я никак не пойму, блин. Такое ощущение, что они тут прям разбросаны везде. Просто я их не вижу почему-то. Нет, в этом домике у нас должен быть бензин. На верстаке, стопудово. Слушайте, а здесь можно починить проход, оказывается. Здесь, значит, тоже должны быть двери. А вот здесь, к сожалению, нет. Так, ну что у нас по верстаку? Возьмем гвозди. Блин, а у меня всего лишь одна доска. Однозарядный дробовик. В плане однозарядный дробовик, один выстрел и конец ему, или просто он стреляет один раз? Но потом его перезаряжаешь, и он опять стреляет. Так, замечательно. Сейчас мы здесь сделаем двери. Так, погоди-ка. Надо как-то... Не понял. А стол-то? Эй! Черт подери. Блин, а как же мне его оттуда достать теперь? Ну-ка, попробуем вот так вот. А сейчас, если закрыть... Да что ты делаешь, а? Блин, во. Все, шикарно. Вот так вот мы сделаем. Хотя эти говнюки, сами видели, довольно крепкие и сильные. И что я делаю здесь для них, это ерунда. Они отодвигают все мои заслоночки. Так. И, по-моему, а нет, еще одно окно осталось. Ну и не хватает уже гвоздей с досками. Ох ты. И таблетки. Блин, такое впечатление, что я здесь как будто и не смотрел вовсе ничего. Так, лампа. Лампу мы сделаем немножечко по-другому. Угу. Вот так вот. Самое то, что надо. Значит, мне еще нужно будет где-то взять досок. Но доски-то ладно. Можно это, как говорится, настругать. А вот гвозди где брать? Это уже другой вопрос. Так, один есть. И второй. Думаю, нам пока этого достаточно. Время, время уже 4 часа. Давайте тогда вот так сделаем. Сюда поставим капкан. Если какой-нибудь дурик захочет через окошко к нам залезть, то я ему, естественно, не позавидую. Так, ну-ка вот сюда влепим. Ему здесь будет самое место. Главное, и самому не забыть, и не напороться. Ну что же, у меня получается только один выход отсюда. Так, печку надо... А, печка у меня включена. Да, даже кусок мяса уже дает очень мало эссенции. Время уже поджимает, скоро начнутся кошмарики. Так, здесь мы подперли. Давайте-ка вот здесь тоже. Нет, так меня не устраивает. Мне нужно, чтобы дверь закрывалась. Точнее, открывалась туда. Вот сюда.
Как, блин, да что ты будешь делать, а? Ну-ка, давай-ка, закрывайся. Вот так вот. И как-то надо тихонечко ее. Вот так. Все. Блин, ни хрена не вижу. Давай, перетаскиваем этот шкаф. Главное, сильно не толкнуть. Вот так. Что же, 8 часов сидим, как говорится, на стреме. Так, здесь у нас пусто. Выросла капуста. Ладно, 9 часов уже почти. Черт, наверное, перебор. Ну ладно, посмотрим. Вот так вот сделать. Да блин, да что ж ты будешь делать? Да ё-моё, а. Ну, вся надежда на то, что если он пойдет со стороны, так скажем, предбанника. Черт, все равно хреново. Ладно, посмотрим, как все у нас пройдет. Время уже 10 часов. Так, здесь все пучком. Все как нельзя лучше. Так, 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 блин. Сможем закрыть? Ага. Оу, 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 все, 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 ребята. Да ядрить тебя, шкаф, чертов. Так, все, просачиваемся и будем здесь стоять, выжидать. Сами вы прекрасно слышали, что эти аборигены где-то уже здесь появились. По крайней мере, один из них точно рычал. И, как говорится, выжидаем время Вия. Все. Кошмары начались. Нет, 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 только не вы. Только не король воронов, блин. Хотя на самом деле хрен знает, кто он такой, но я его называю король воронов. Потому что он вызывает мелких... Оу. Это что такое? Это что такое там идет, ребята? Мамочки. Какой там гигант так идет? Да ладно, блин. Ух, щит. Что тут происходит, блин? Вот дерьмо, ребята, дерьмо, блин. Да нате, гады. Это опять был король воронов. Надо этих мелких уродов валить. Собаки, а? Да сколько же вас тут, а? Фак. Так, чмошник еще один остался. Отлично, мы его победили. Мертвый детеныш, кого там? Банши. Ух, надо срочно подкрепиться. Да жуй ты, блин, таблетки уже. Так, нормуль, съели. Вот это мне не нравится, что на полу появилась плесень. Починить ванну? Да нахрен она мне нужна, эта ванна, блин. Оу, щет! Хорош пугать так упырь, блин. На, блин, выкуси. Что ж такое-то, где он там? Че, сдох, что ли? Точно, нет, подожди, где я? Я не вижу его. Ага, мертвый дикарь, где-то вот тут лежит. Да ё-моё, блин, вот он. Ага, стандартный набор алкаша. Бутылка с тряпкой. Ух ты, я даже не успел. Тихо, 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 тихо. Не надо тут ничего делать, блин. Дайте выжить мне, прожить маленько. До 8 утра осталось-то совсем немножко. Совсем чуть-чуть. Не надо, не надо никого больше, а? Хорош. Так, бинты, срочно бинты.
Я на полной изготовке, готов ко всему. Ну, солнышко, отлично. 17-й день, ребята. И ко всему прочему, репутация увеличилась на 150 очков. Что ж, я очень этому доволен. Что у тебя, 264 очка, да, значит? Ну, вкусняшек-то у тебя здесь прилично. А вот что нам нужно? Так этого нету, а нужно нам клещи. Корпус пистолета. Все так дорого стоит, 450 там, блин. Цены завышены. Посохи всякие у нас с вами есть. Ладно, давайте ничего не будем делать. Наверное, мы пока и без этого обойдемся. Так, забираем. Мясо забираем. Что еще можно продать? Ага, вот это продадим. Ржавый звонок от велосипеда. Кто-то прикрепил к нему записку. Я так и не понял, как, ребята, записку отодрать от звонка. Но она должна быть там. И для чего мне картошка? Тоже не могу понять. Продать? Не могу. Сожрать не могу, хрен знает для чего. Так, ну где-то у меня торгаш, давай. Маленечко с тобой, наверное, поторгуем. Вот как вот снять с нее записку? Я ума не приложу. Я и так и сяк пробовал использовать. Ну, использовать, и ничего не делается. А может быть, я уже ее сорвал когда-нибудь? Но я почему-то не помню такого. И охота себе сделать уже что-нибудь такое существенное, знаете, типа какого-нибудь оружия, огнестрела. Так, что у нас тут? Ладно, он качает головой, он не хочет это брать. Давай тогда ему сбагрим картофель. Хлебушек. Сварочный аппарат. Так, и блестящий камень. Сколько тут у нас? 185. Довольно неплохо. 549 очей. Трубчатый магазин. Длинный ствол 450. Так, ребята, я не помню, что там нужно. Ручка затвора. Так, ну я помню, что вот это точно нужно. А теперь глянем на верстак. Хочу себе все-таки сделать оружие. Что нужно нам? А, ничего не нужно, все. Все, ребята, сделал себе однозарядный дробовик. Только интересно знать, какие к нему нужны патроны и где их брать. Надеюсь, в дальнейшем я смогу их сам себе делать. Блин, как мне задолбали вот эти вот старые сгнившие грибы. Они только занимают мне место. Белые таблетки. Тоже непонятно для чего, что они делают. Надеюсь, в дальнейшем разберусь. Ну, теперь точно все. Можно сматываться отсюда смело. Так, давайте-ка. Да что ты как этот? Ай, погоди, 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 не сюда. Блин, отравился немножко. Ладно, ничего страшного. Давайте вырубим с вами генератор. Нечего ему здесь молотить за просто так. Кстати, сколько... Оу, горючки там очень мало осталось. Да, буквально на полночки. Плохо это все, плохо. И идем с вами разведывать обстановку. Кстати, да, хотел передать привет одному человеку, подписчику, Роман Бородин. Ром, спасибо тебе большое за твои подсказки по этой игре. Надеюсь, в дальнейшем ты также будешь мне помогать и что-то объяснять, чего я пока сам не знаю, но, по всей видимости, зато хорошо знаешь ты. Ну что же нам здесь делать-то, я не могу понять. Куда тут? Так, труп валяется. И мы его с вами, по-моему, трогали. Это разорвавшийся трупешник. Тут у нас грибы. Ничего такого. Оу, тихо, тихо, тихо. Лось. Ходит лось. Блин, на него неохота напарываться. Капкана-то у меня, по-моему, нету. Да и дробовик, честно говоря, не знаю, как он работает.
Хотелось бы шмальнуть, но я думаю, что у меня нету патронов для него. Поэтому пускай пока лежит так. Опа-на, а здесь у нас что? А, это же, по-моему, Петрик. Дом Петрика. И я не ошибаюсь, это так и есть. Да-да-да, именно его дом. Ну, здесь нам делать нечего. Так, здесь мы все обшмонали. Да-да, здесь абсолютно пусто. Но в любом случае, ребят, в любом случае, карта еще здесь. Ого-го, и много чего не открыто. Да что такое, это второй, что ли, получается? Что-то тут дофига оленей, кстати. Точнее, лосей. Оу, щит, как я не заметил-то? Блин, сейчас вот как раз не хватало мне сюда лося, чтобы он меня заметил, забодал. Давай ты быстрее вырывайся из этого капкана, а? Так, забираем. И сматываемся отсюда. Время 9:30. Так, где-то здесь... Да что такое? Так, погодите, вот это, по-моему, взорвется, да? Да, не будем мы его трогать. Он разбухший, еще при этом шевелится. Значит, он стопудово должен был взорваться. Так, тут что, ящик? С помощью отмычки. Блин, да сколько же нужно тут отмычек? Ну что там полезного? Пустая, спички и таблетки. Ух ты, опять. Да тут не напасешься этих проволочек, если честно. Гвозди есть? Есть 8 гвоздей. 2 полена. И, кстати, наверное, здесь тоже у нас что-нибудь да будет. О, шикарно. Сейчас мы это все нахапаем с вами и пойдем далее. А раз это все лежит, значит, здесь я еще не был. Так, а, инвентарь заполненный, да? Да-да-да, именно так. Куда иду? Зачем иду? Силосная башня. Открыта новая локация. Погоди-ка, а что там за Буратино такой был нарисован на карте? Оу. Это что такое еще у нас тут? Это что, танк, что ли? Корпус танка. Новая локация. Корпус танка Второй мировой. Оу, тихо. Это вот это чмо, блин. Фак. Этот жесткий ублюдок. Тихо ты, размахался. Слушайте, 3 удара буквально по нему. И мы зарабатываем еще один посох. Тряпки. И все это некуда ложить, а. Инвентарь просто захламлен всяким дерьмом, извините меня. Эти гнилые грибы, которые у меня там лежат. Пустые бутылки. Поленья, в конце концов. Камни вот эти вот гребаные. Зачем это все мне нужно? Все, забираем посох, короче. Что тут у нас еще? Так, возьмем тряпку и... По-моему, все. Что у нас в танке? А в танке, по-моему, пусто, ничего нету. Да, так же, как и места нету. Вот так вот мы это все сделаем. Да, и с вилами тоже проблема, ребята, потому что... Они подходят тихо. Ага, хорошо, хоть не взорвался. Потому что у вил уже прочности ровно половина. Здесь что-нибудь будет? Ага, гвозди нам пригодятся. А что это такое лежит-то, я не могу понять. Дом? Какой-то странный, если честно. Очень странное помещение. Так, это что такое валяется тут? Грибы. Что за музыка еще идиотская? Манекен. Старый манекен без головы. Что-то не понял, а где-то музыка-то играет. Так, смотрите-ка. Динамики здесь стоят, точнее колонки. Граммофон Бомбино.
Это он, типа, создает, что ли, мелодии эти? Да, по ходу дела. А для кого он тут играет? Погоди-ка. А, это грибы шуршат. Я думаю, кто тут ходит? Так, ну что нам можно выкинуть? Давайте, наверное, спичку, может быть, одну, хотя... Во, вот так вот мы сделаем. Да. Избавимся от одного полена, а заберем грибы. Кстати, там у нас тоже были пропущенные. Надо их, наверное, дозабрать. Честно говоря, я так и не могу понять, что это за здание такое. А музыка все-таки уродская. Так, вот они, грибочки. Все, отлично. Странный гриб, странный гриб. Мы тебя потом съедим. Что у нас тут еще есть? Это уже, по-моему, улица. Так. Ага, смотрите-ка. Как будто здесь кто-то живет или жил когда-то, ящик. Дохлая крыса. Металлолом и проволока. Проволока нам пригодится. Металлолом, кстати, тоже. Дохлая крыса. Интересно, зачем она нужна? Давайте вот так сделаем. Ну, что-нибудь тут еще хорошенького есть? Мне вот сейчас, честно говоря, такое впечатление берет, что это приют чей-то, но почему-то его здесь нет на месте. Хозяина или еще кого-нибудь. И музыку он зачем-то здесь врубает. На всю Ивановскую. Оу, нет. Только тебя тут не хватало, а? Псина ты чертова. Ну что же, у нас пошел второй час дня. Времени у нас маловато. Вот я не могу понять, я нахожусь здесь. Силосная башня, а нарисована какая-то рожа или маска, не пойму я. Что это такое? Силосная башня. Насколько я помню, силос — это корм для скота. По-моему, так. Или для коней, или для коров. Но здесь, как мы видим, ни коров, ни коней нету. Ведет меня тропа непонятно куда. Очень хочу познать всю карту и как бы запомнить ее и уже ориентироваться по ней очень хорошо. Для этого нужно все тут облазить досконально. Тихо. Открыта новая локация — лагерь. Оу, чет, вот это я открыл, блин, локацию. На-ка. Еще разок. Иди сюда, гнида. Блин, промазал. На. Так, лачугу еще открыл я. Да что такое-то? Тихо, не попасться, главное под удар. Сдох, скотина. Еще один посох. Мне что, их солить, что ли, теперь, а? Тихо. Где-то кто-то что-то воюет. Ага, вижу. Черт, чревато мне туда идти, конечно. Очень хреново. Мне бы хорошенько подлечиться. Че, неужели заметил, а? Смотри-ка, тыкает на меня пальцем, но не идет почему-то. Сейчас я тут дошуткуюсь, кажется. На свою голову, блин. Смотрите, это его рабы, что ли? О, тут, кстати, неплохой лут. Веревочку я видел. Но я думаю, если я сейчас тут задержусь, меня просто шлепнут здесь. Так что давайте-ка... Да ладно тебе, блин! И хп очень мало, а? Успокойся, псина! Главное выжить любой ценой. Фух, прокатило. Кстати, у него очень хорошее мясо. Куда его взять? Вместо чего? Давайте... Блин, вот это меня поражает. Почему я не могу полено положить на землю, вот сюда, в эту ячейку, а мясо взять? Нет, вот надо все так вот усложнять. Не понял я, где мясо? А, вот, все, отлично.
Так, а это-то у нас что такое? Я так и не понял. Ядрёно вошь, я уже и заблудился. Куда тут бежать надо, забыл. Очень мало хп. Подкрепиться я не смогу. Сейчас любой щелчок. И все, и ханарики. Упаду, порастеряю половину лута своего здесь. Потом придется возвращаться за ним. Сколько много грибов-то, блин. Так, тихонько. Черт подери. Блин. Просто в окружении грибов ядовитых. Зараза. Что, их тут специально, что ли, столько навалили? Ладно, давайте отсюда выбираться. И, наверное, на этом я буду завершать, ребята, свой выпуск. Так что всем спасибо за просмотр. И мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока и до скорого. Удачи вам.